Заместитель председателя Московской областной думы Иван Жуков провел сразу несколько встреч с жителями городского поселения Монино. Обратиться с вопросами к парламентарию пришли и ветераны, и работники Монинского дома офицеров, и предприниматели. Основной темой встреч стал вопрос реконструкции теплотрасс, которая уже несколько месяцев доставляет жителям ряд неудобств. Иван Жуков заверил собравшихся, что работа эта просто необходима и проводится по решению правительства Московской области. Следующую зиму жители Монино будут встречать уже без привычных перебоев с отоплением. Кроме того, депутат обратил внимание на вопросы благоустройства и работу администрации. Местные власти, по словам Ивана Жукова, должны грамотно распоряжаться финансовыми средствами, ведь только в этом случае возможен результат. Я настолько хочу, чтобы вот я вместе с вашей администрацией действительно делал быстро дело. Пусть берем мы одну улицу или одну самую широкую улицу, центральную, но мы ее должны сделать, и люди должны это увидеть, Иван Николаевич. Я вам прошу, я вот истинно говорю, моя задача здесь помочь вам в первую очередь финансами. В первую очередь вы должны ими, естественно, правильно распорядиться.